Трансформатор, трансформатор, портнягин, надоело. Давайте я вам сегодня расскажу в этом видео, как заработать на трансформаторе. И Дмитрий Портнягин не имеет к этому никакого отношения. Всем привет, зовут меня Давид Резаев, я основатель Национальной ассоциации аукционных брокеров. Наш бизнес — это аукционы по банкротству. Мы сейчас находимся на сайте Т-Банкрот, это коммерческий агрегатор всех аукционов по всей Российской Федерации. И тут мы можем увидеть большое количество трансформаторов. Вот, обратите внимание, вот эти ссылки. И вот, к примеру, ссылка номер один. Торги должника ООО «Горводоканал». Рыночная стоимость трансформатора ТМ 1000 кВт на рынке от 500 тысяч рублей. В данный момент цена уже составляет 117 тысяч рублей и упадет до 108 тысяч. Давайте сразу перейдем на электронно-торговую площадку и посмотрим более детальный график снижения цены. Вот мы сейчас с вами на Уральской электронной торговой площадке. Тут мы можем наблюдать график снижения цены. Обратите внимание, сейчас у нас период с 1 ноября по 6 ноября 117 тысяч. С 6 числа он будет стоить 116 и так вот падает до 108 тысяч рублей. Как можно капитализировать, как можно заработать до этого? Берем, заходим в Яндекс и обзваниваем целевую аудиторию, кто интересуется всеми трансформаторами. И на данном устройстве можно заработать 200, 300 и 400 тысяч рублей. Или еще как пример, еще одна ссылка, торги должника МБУП Бортранс Универсал. Что мы тут имеем? Трансформаторная подстанция номер 155. Цена со 181 тысячи снижается до 90. Можно купить данную трансформаторную подстанцию и сдавать ее в аренду. Тоже как метод капитализации. Пассивный доход вам обеспечен. Еще трансформатор. Трансформатор ТМ-400 на 0,4 кВт, который находится в городе Улан-Удэ. Кстати, в этом городе у нас вообще конкуренция нулевая. Можно зайти, выкупить его по самой минимальной цене и продать его в 2-3 раза дороже рынка. Это, кстати, торги должника Байкал-банк. Байкал-банк обанкротился, такое бывает. В общем, друзья, коллеги, на торгах можно зарабатывать на всем, что угодно, в том числе и на трансформаторах. Если у вас есть вопросы, как конкретно зарабатывать на аукционах по банкротству, пишите в комментариях, я лично отвечу на все ваши вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На связи был Давид Резаев. Увидимся с вами в следующем видео.